У ефірі програма «Новини регіону», у студії Аліна Мільшенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Справжня сенсація – археологічні розкопки у Славгородському районі. Традиційне свято Бразгун відзначають на Черкащині конкурсом ансамблів фольклорної і народної пісні. Ха-ха-ха! У Могилевській виставочній залі відкрилася одноіменна вистава карикатур журналіста Євгена Булави. Починаємо випуск з приємної новини. Могилівчанка Марія Могильна, яка представляє Білорусь на 15-му міжнародному дитячому музичному конкурсі «Вітебськ-2017», стала уладальницею гран-при. Гала-концерт і урочиста церемонія узнагородження лауреату і дипломантів пройшла у концертному залі «Вітебськ». Як відзначила старшиня жури гэтага дитячого конкурсу, співачка Варвара, кожного з гэтых ребят можна назвати професіоналами своєї справи. Тому, безумовно, напереді у їх є ще шмат різних перемог. До речі, уладальниця гран-при Марія Могильна покуль отримала тільки віншування і аплодисменти. Плануется, что специальный приз дзяўчыне на урочистом открытии Славянского базара у летнем амфитеатре уручить президент Беларуси Александр Лукашенко. А кроме грошовой узнагороды и диплома, Мария атрымае и еще один подарунок для души и на радость глядачам. Юная спевачка будет выконывать песни на одной сцене с вядомыми артистами. У Могилевской области больше за 700 человек працаулаткованы у студентских отрядах, а их дейничая маль 60. Распачался другий семестр летней працы. Объекты, где задейничана молодь, самые разные. Наибольш масштабные работы разгортываются на будаунитстве Белорусской АЭС и на мелиорации у Республики Коми России. Туды, дарэчы, накировались студенты Белорусской державной сельгасакадемии из Горок. У Могилеве самые буйные объекты, которые сёлета принимают молодежные отряды, будовля корпуса онкодиспансера, сервисного центра по улице Симонова и бизнес-центра, что на месте былого дома быту. Владислав Маршин летось працював на ремонте моста праз Днепр у Могилеве. Зараз вось будовництво бизнес-центру. И хоть сам не могилевчанин, але лічить за гонор працавать на таких объектах. В любом случае уже будет что рассказать другим людям, что, например, ты здесь был, здесь ты кирпич свой положил. Не первый раз у студотраде и Максим Лысковский. Кажа, что еще пару год тому сябры подказали, что у организации БРСМ да помогут уладковаться у будотрад. И Максим записался на летнюю працу. И признается, что ни разу не пошкодовал. Работа разная. От сортировки арматуры до уборки этажей от строительного мусора. Ну, каждый день новая работа. Работы хватает достаточно. А сколько часов вы работаете? Как обычно, как и все, с 8 до 5. Как отзначил комиссар областного штаба студотрадов Сергей Чичоу, главное, что у вынику все остаются задоволенными. У нас никогда не было плохих отзывов от принимающих организаций. В принципе, все довольны. И ребята довольны также. Как бы получить условия, да, хорошие, и получить какой-то опыт. И зарплата, в принципе, устраивает всех ребят. У студентских отрядах готовы пропоновать працу не только хлопцам, знайдут заняток и для девчат. Кухонные рабочие, официанты, уборщики, далее это педагогические виды работ. Все лагеря по Могилевской области трудоустраивают ребят из МГУ Кулешова. И производственные также есть, и медицинские тоже у нас есть в этом году отряды. И экологические в лесхозах. Сезон будотраду починается у мая и завершается традиционно у кастрычнику. За этот час плануется организовать амаль 400 будовничих отрадов. Напереди еще самый горячий час працы у сельгасорганизациях. Павел Савицкий, Елена Мельшченкова, Александр Тарасов, новини региона. Археологічная сенсація. У Славгородському районі під час розкопок знайшли останки дружинника Київської Русі 10-го стагоддя. Знаходка вельми каштовная для гісториків. Яна дозволяє підтвердити інформацію про битву 984 года. На території теперішній Славгородщини досконалі звістки про яку не були адлюстровані у літописах. Кості пішли. Все.
Можна шпателями 2 сантиметра, 2,5 і 2 сантиметра. Гэта знаходка дазваляе высветліць, дзе дакладна адбылася бітва войска князя Уладзіміра з плямёнамі Радзімічаў. Раней у гісторыкаў былі толькі мізэрныя звесткі з Іпаціўскай і Лаўрэнціўскай летапісаў. У іх значылася, што ў 984 годзе кіеўскія дружыны, якімі камандаваў у ваявода Волчы Хвост, пасля перамогі каля ракі Пішчаны падпарадкавалі сабе карэннае насельніцтва. Акрамя фрагментаў чалавечых касцей у кургане знойдзены таксама срэбная манета арабскія дзіхрэм і элементы пояса кіеўскага дружынніка. Поясная накладочка – это вот то, что, чем заканчивался пояс. Вот крепление, и вот так вот шел пояс, и вот так вот красиво он заканчивался. Вот, из бронзы. Усе рэчы, датаваныя 10-м стагоддзям, робяць выснову пошукавікі. Дружыннік пахаваны яшчэ па язычніцкім абрадзе, але гэта ўжо быў час аб'яднання ўсходніславянскіх плямёнаў у адзіную хрысціянскую дзяржаву. То, что в летописи не отражено, то вот эти вот мельчайшие находочки, они помогают нам провести вот эту вот реконструкцию. А именно, битва эта произошла здесь, на Славгородчине, и здесь те, кто пал в этой битве, они здесь и похоронены. Дарэчы, пра месца бітвы раней было 3 версіі, зараз усё высветлілася. Яшчэ больш было б інфармацыі, кажуць гісторыкі, калі б тут раней не паарудавалі аматары антыкварнай нажывы. Ну, вось мы калі прыехалі на гэты курганны могільнік, то аказалася, што здесь няма ні воднага, ні пашкоджанага кургана. Все в той ці іншай ступені пашкоджаны чорнымі капальнікамі. А гэта азначае, што калі мы нешта знайшлі ў ім, то інфармацыя не поўная. Экспедыцыя толькі пачалася. Археолагі ўпэўненыя, што ў гэтай зямлі яшчэ шмат пацвярджэнняў іх версіі. Усе знаходкі перададуць у музей, а на гэтым месцы, магчыма, з'явіцца памятны знак. Алеся Рыбалка, навіны рэгіёна. У Чэрокаўскім раёне праходзіць рэгіянальны конкурс ансамбляў фальклорнай і народнай песні «З веку ў век». Ладзіцца песеннае свята 4-м разам, і сёлета на яго прыехалі 8 калектываў – з Чаўскага, Слаўгарадскага, Магілёўскага раёнаў і з гарадскога пасёлка Карма, што на Гомельшчыне. На выступленні сабраліся некалькі соцень чалавек. Нагадаем, што праходзіць конкурс у прыгожым месцы паблізу вёскі Наркі на вядомай чэрыкаўскай крыніцы Бразгун. Сама крыніца названа ад таго, што ў старыя часіны яна моцна бразгацела. У нашыя дні абрад ушанавання вады Бразгун уключаны ў дзяржаўны спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. Свята традыцыйна адбываецца на другі дзень пасля праваслаўнага свята ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Магілёўская гарадская капэла з аншлагам закрыла сезон. Пад кіраўніцтвам вядомага дырыжора Херарда Эстрады аркестр і хор капэлы падарылі аматарам класічнай музыкі зусім новую праграму – музыку сусветна вядомых кінафільмаў. Любы рэпертуар, які прапаноўвае Херарда Эстрады, запатрабаваны публікай, цікавы для музыкантаў, кажуць артысты магілёўскай капэлы. У залі гарадскога цэнтра культуры адпачынку і вольнага часу не хапала нават дадатковых месцаў. Репертуар очень интересный, разный. Есть музыка из мультфильмов, есть музыка из, например, очень известных фильмов, как «Робин Худ», как «Звездная война», как «Аладдин». Как... Там много еще. Это реально праздник, музыка и праздник для всех зрителей, которые приходили сегодня в городской дворец культуры. Саунд-трэкі да вядомых кінастужак Херарда Эстрада апрацоўваў сам, менавіта пад сімфанічны аркестр і хор капэлы. Любой приезд Херарда – это праздник и для горожан, которым он предлагает свои интересные и очень серьезные программы классической музыки, симфонической музыки, а также и латиноамериканской музыки. А также большой праздник для артистов. Всегда интересно работать над новыми произведениями. И с хорошим, скажем так, дирижером. Он вносит свое видение, свое ощущение, передает все это оркестру. Вы увидите, как оркестр тянется за ним. Тут шикарная атмосфера просто. Херарда Эстрада – выдатны сучасны музыкант і кампазітор. Работа з ім, па словах артыстаў, гэта спалучэнне карыснага з прыемным, а для публікі – сапраўднае свята душы. Татьяна Сергійчык, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. У Магілёўскай выставачнай зале адкрылася выстава карыкатур Яўгена Булавы, журналіста, намесніка галоўнага рэдактара газеты «Магілёўскія ведамасці». Тэмы практычна вечныя, ад дачыненняў з начальнікамі да звычайных бытавых праблем. Але ўсё гэта з адметным аўтарскім позіркам.
«Ха-ха-ха». Назва выставы «Яугена Булавы». Гэта, напэўна, самае лепшае стаўленне да жыцця, якое якраз і прапагандуе аўтар карыкатур. В любом событии, в любом явлении вы можете увидеть плохое, вы можете увидеть хорошее. Я предлагаю, смотрите и замечайте хорошее. И он кажет, что карикатура – это не быта леки. Супраць пессимизма бьются герои малюнков Булавы – Вася и Вова. Один сумный, інший веселый, как театральные маски, только подается больше подобное на нас. Ну, такие вот стилизованные образы, которые кочуют уже, господи, 40 с лишним лет из издания в издание. Реальная творчая спадчина Яугена Булавы – тысячи аркушов паперы, а на выставе только частка. Гэта карикатуры, намаляваные в апошние 15 годов. Так что все актуальное для нас. Глядачи усмехаются малюнком Булавы. Вообще, это его отношение к жизни, умение видеть вот буквально в обыденных вещах какой-то такой светлый, хороший юмор. Ён насамрэч быў інжынерам, а стаў журналістам і карыкатурыстам. Нягледзячы на пасціпламу малыя памеры малюнкаў, творчыя мукі аўтар спытвае вялікі, шукае вобразы і сітуацыі. Здесь, пожалуйста, еще взаимоотношения между начальником, подчиненным. Я не знаю, наверное, в каждом коллективе есть люди, которые каким-то образом хотят что-то доказать криком, ну, в ответ тоже, может, какие-то звуки. Открытие выставы карикатур сопровождал гурт Сергей Коноплёв и компания. Музыки лишь, что их сябр-карикатурист допомагает людям забыться на быт, який заядает, и озернуться на вокал. Дернуть за ниточки, которые спрятаны. В этом и есть искусство юмора, шуток. И мы, как музыканты, занимаемся тем же самым. Настрой створал сам Яугена Булава, який наладил целый перформанс. С героями своих карикатур, танцами и признанием у любови до своих затекавленных и гумарных глядачов. И каждому на выставе самым веселым подается нечто свое. Наиболее смешным, но карикатуры про журналистов. Почему? Ну, потому что это так реально и смешно. Ну что, смотрите, вникайте. Находите себя в этих карикатурах. Илона Иванова, Александр Тарасов, новини региона. Спешивайся на пешеходном переходе. Радио Могилёв совместно с Державтоинспекцией представила новые дорожные знаки для велосипедистов. Их разместят на самых оживленных перекрыжеваниях Могилёва. Каб еще раз нагадать удельникам дорожного руху правила безопасности. Нават падчас дымак амаль палова велосипедистов не спешивается перед пешеходным переходом. Гэта подтверждено и официальной штрафной статистикой ДАИ. У нас в городе в текущем году привлечено к ответственности 267 велосипедистов, в области около 2000. И самое частое нарушение – это когда велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, то есть на велосипеде. Либо движение. И второе основное нарушение – это движение по проезжей части при наличии рядом тротуара. Нагадывать велосипедистам важные правила дорожного руху будут специальные таблички на пешеходных переходах. Радио Могилёв в этом году исполняется 20 лет. И мы решили в честь своего 20-летия сделать что-то важное и полезное для города, и если получится, что-то даже и для области. Вот начинаем с 20 табличек, которые напоминают пешеходам и велосипедистам в первую очередь о правилах дорожного движения. Новые знаки разместить на самых оживленных перекрыжованиях центральной частки Могилёва, а так само Казимировцы, Заднепроуи и на улице Лазаренки. Спешиваться перед пешеходным переходом – одно из главных правил дорожного руху для велосипедистов. И, бодай, жизненно важное. Экономия часу при руху без припинков незначная. Чи варте это ризики? Здається, не. Катерина Балукова, Миколай Соболев. Новини региона. Усе самые цікавыя новины Могилёвщины вы так само можете поглядеть на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развітваюся. До встречи.